В конференц-зале главного здания Казанского федерального университета состоялось заседание круглого стола, посвященное вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. На повестке дня был освещен теракт в Беслане, произошедший в далеком 2004 году. Именно тогда, 1 сентября, во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в течение 2,5 дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. На третий день около часу дня в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности был предпринят штурм. Последствиями такого страшного события стало 1000 сломанных жизней и судеб, а воспоминания того самого 1 сентября до сих пор внушают страх и ужас не только пережившим трагедию, но и всему миру. После этого масштабного теракта правительство начало ужесточать профилактические меры, стараясь всеми силами не допустить повторения этой ситуации. Кроме того, с визитом в университет приехали непосредственные участники тех событий, чтобы поделиться своим тяжелым опытом. Да, это важно на самом деле. Просто надо и не только в университетах, и в школах надо приводить, чтобы дети знали, что случилось, и может быть это как-то даже в будущем поможет. Не дай бог, конечно, но мы все люди не застрахованы ни от чего. Не дай бог, конечно, что произойдет такое. Но если вдруг, и люди уже будут, наверное, знать какие-то моменты, что-то как-то действовать. Но на самом деле хочу поблагодарить, во-первых, то, что помните и вспоминайте. Это очень важно и для нас. На самом деле нам очень приятно бывает. В Казанском федеральном университете уже не в первый раз проводятся подобные мероприятия, направленные на противодействие терроризму в соответствии с государственной политикой. Профилактика терроризма включает в себя широкий спектр мероприятий, таких как мониторинг и анализ информации, совершенствование законодательства, сотрудничество с другими государствами и международными организациями, обучение и подготовка персонала правоохранительных органов и многое другое. Основной задачей профилактики терроризма является предотвращение потенциальных угроз и предупреждение террористических актов до их реализации. Выражаем огромную благодарность каждому, кто причастен вот к этим мероприятиям, потому что мы это делаем как для молодых, для ребят, так и для своих друзей. Профилактика терроризма позволяет предотвратить атаки и сохранить жизни людей. Теракты, как правило, приводят к гибели и тяжелым травмам. Благодаря правильным мерам по профилактике терроризма можно избежать многих жертв и сохранить здоровье людей. Елизавета Казизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.